Когда я сделал у себя в ванной ремонт, да, именно сам сделал своими руками, а не нанимал каких-то мастеров, для меня возник вопрос, а куда вешать полотенца? Соответственно, я мог купить какие-то, значит, вешалки, крючки, просверлить отверстия, их прикрутить, и было бы все нормально. Но мне не хотелось дырявить плитку. Поэтому я купил крючок на силиконовой основе. Чем хорош? То, что можно его как бы приклеить к любой поверхности, но поверхность должна быть обязательно идеально ровная. Ну, обычно вот он для плитки предназначен. Но, конечно, есть свои недостатки. Какие недостатки? То, что у металлического крючка два пластиковых держателя. Вот это слабое звено. И они сломаются намного быстрее. И получается, когда они сломались, мне надо было покупать новый крючок, это все отдирать и приклеивать новый. Но в продаже есть отдельно только лишь вот эти площадки, основа. Потому что крючок, он металлический, его сломать, ну, практически невозможно. Разве что, если вы повесите слона сушиться. А вот эти пластиковые, они, ну, у меня через 2 или 3 года отломались. Значит, что я сделал? Я купил отдельно пластиковые вот эти накладки, сразу взял 2 штуки, то есть одну я поменяю, а вторая будет лежать в запасе. И это намного дешевле, чем покупать, ну, полный комплект, то есть площадку вместе с крючком. Чем хорош крючок? Ну, то, что достаточно быстро и удобно его можно приклеить, буквально за 2 минуты. Выдерживает он довольно большой вес. Вот здесь производитель указывает 8 килограммов. Соответственно, когда я стал отдирать старый, я убедился в том, что эта площадка держится очень-очень крепко. Потому что я даже вот плоскогубцами еле-еле ее оторвал. Когда я оторвал эту пленку старую, там остался клей. То есть, чисто теоретически, я могу предположить, что если, допустим, она была бы у меня целая, я мог бы отклеить эту площадочку и переклеить ее чуть выше, ниже, там, правее, левее. То есть, скорее всего, она бы приклеилась. Но на практике я это не делал, поэтому как бы 100% гарантировать не могу. Но то, что клей здесь есть, это, да, видно, и он очень-очень липкий. Висел этот крючок у меня примерно 3 года. Вот. Поэтому я вам посоветую, значит, если вам нужно куда-то вешать полотенце, но вы не хотите сверлить дырки в плитке, покупайте такой крючок и сразу же покупайте отдельно площадочку в запас, а может даже 2. И, соответственно, вот я новую приклеил, воздух оттуда выдавил, и все, и сейчас оно будет висеть, еще на несколько лет хватит. А когда и это обломается, а у меня еще одна в запасе есть. Так что рекомендую.